Нет, надо придумать.
Так, я тебе сейчас один глаз сделаю вот с этим с баклом, да. Другой бежит эти зеркала. Да, да погоди же эти зеркала. Да я в камеру посмотрю. Тут в камеру тебя вообще чудесно. Как в этом самом. Мне кажется, у меня очень темные губы. Губы темные. Они у тебя почти что нудовые. Посадись туда, я тебе поярче и потемнее сделаю. Ой, огромные какие-то губы. Меньше? Да. Прям по контуру сделать? Да. Давай сейчас сотру сделаю. Давай, это прям... По цвету тебе ярко? Ой, ну, нет, по цвету вроде бы норм, но у них размер как будто я их накачала. Ну, я чуть-чуть сделала капельку вот под контур. Хорошо, так, и по глазам. Только прямой старайся зеркало поднять. Вот так? Угу. Ну, в сторону немножечко, чтобы, да, отлон. Да, вроде нормально. Ярко тебе? Мне кажется, очень большая ресница. Очень длинный. Длинный тебе? Угу. Я чуть-чуть короче делаю. Ну, можно сделать, конечно, еще короче. По яркости тебе ресницы такие нормальные, или ты хочешь покороче и поярче? Нет, по яркости все в порядке. То есть тебе полностью везде сделать только десятки? Да, а это сколько? Тут перемешано, десятки, 12. Мне кажется, прям вообще такие, сейчас вылечу на них. Губы я тебе сейчас переделаю, хорошо. И брови, я бы, знаешь, вот они как будто вот туда зачесаны, я бы их попрямее сделала. А я сделала попрямее. Да, я вижу, что сделала попрямее, может еще чуть-чуть попробовать попрямее, а то они как будто тут прям воском намазаны, какие-то прям реально как у волка. Ну, попрямее, конечно, еще можно, но это будет уже не попрямее, а ну, спустить вниз. Просто чем ниже спускаешь, тем... Ну, так, вот это здесь еще гельсины достаточно. Угу. Если спустить сейчас не смогу, я сейчас это сейчас все спорчу. Я тебе просто в следующий раз тогда сделаю прям по твоей, что ли. Ну вот видишь, здесь они фактически вот не подняты, в общем-то. Понимаешь, вот смотри, я тебе их просто зачесала вот так. Да, да, да. Вот. Ну, я же могу их зачесывать вот туда. Не-не-не, я поняла, что не можешь. Видишь, знаешь? Они просто вот, вот они просто поярче. Потому что они с гелем. Вот видишь, вот они вот идет вот. Я же тебе не вот сюда вот, а просто видишь, они прям 45 градусов. Или может из-за того, что она с гелем, я прям вижу вот с гелем? Структуру ресниц, они с как гелем, будто да. Прилепленные, как усы. Ну, они, нет, они с гелем, просто они вот так вот пореснично видны. Если сделать без геля, ну, они как раз будут, как ты говоришь. То есть, ты их сделал, а потом они куда хочешь, туда и деваются. Ну, могу сделать вот ниже. Вот прям такой подприлепленный, что я такой прям... Губы-то они, правда, не туда. Сейчас попробуем немножечко. То есть тебя а ты помнишь, угол как ты... не устраивает? Или то, что их видно то, что их видно пореснично. Помнишь, наверное, не помнишь, чего? Когда ты меня красила, вот когда мы ТФП как раз с Мариной встретились, угу. Ты мне, по-моему, без геля делала? Или, может, с гелем, да, но не с таким просто, сильным? Да, не с такой сильным. Вот, и они там были прям натуральные, только чуть-чуть как будто бы пошире, чем мои натуральные. Ну и так, пропорционально они были круто. Вот, а тут они прям реально какие-то... Ну вот то же самое, только считай фактически без геля. Я его фактически без Во, вот так хорошо. Вот видишь, они как будто попушистее, и нет вот этой структуры у каждой ресницы. Ну то есть тебе нужно без того, чтобы у тебя было видно вот... Ну, в принципе, они, видишь, они волоски все равно видны, просто они не блестят. Да, да, да. Вот, наверное, не блестят вот это вот. Правильное слово. Уже так как они без геля, то можно делать что угодно. Видишь, они просто вот сейчас стали вот мягкие. Да. Когда они с гелем, они вот так уже не сделаются. Поэтому-то я их с гелем укладываю для того, чтобы если там чего, то они уже у тебя останутся там, где были. Ну, то они так смотрятся, ну, да. Смотрятся поживее. Они, понимаешь, когда их с гелем укладываешь, они как раз, как ты говоришь, становятся чуть-чуть пошире. Угу. Потому что он их поднимает и фиксирует. Форму, да.
положение. Если без геля, то они пошире, ну как? Ну-ка, если рисовать карандашом. А я их и так сделала с карандашом и с тенями. Просто если я их сделаю без геля, они у тебя в течение дня будут, ну, из этого карандаша выбиваться. Просто форма же рисуется немножко в карандашом и тенями. А если они никак не зафиксированы, то они временами могут уходить из этого контура, так скажем. И ты, ну, особенно если фотографии какие-то, ты же не можешь постоянно ходить с зеркалом, смотреть, ну, что да, такое. Править. Вот, да. Поэтому-то я их и делаю, естественно, с гелем. Я, честно говоря, уже, конечно, тогда уже не помню, чего там было. Но это там, скорее всего, был гель, но этот не гель, а, господи, тушь для бровей цветная, я так подозреваю. Это был 2017 год. Ну, понятно. Да. В принципе, конечно, можно сделать и тушью для бровей. Но у тебя свой цвет бровей нормальный. Это крашеные они. Ну, я к тому, что тебе их не надо делать темнее или светлее. А, ну это да. В данный момент нормально. То есть я обычно делаю цветным гелем, если нужно, если прям брови выбиваются из вообще общей массы. То есть если они очень темные, предположим, а волосы светлее гораздо, тогда я, да, тогда я их корректирую с цветом. А у тебя цвет нормальный, поэтому я сделала прозрачный гель. Видишь, вот я убрала гель, и вот он, блин, начинает вот это вот, видишь? Да, падает. Вот, у тебя, видишь, вот эта часть уже сюда пошла, и тут сразу проплешина. А ее не было, когда они вот так вот все лежали. А вот смотри, ну вот там кончик уже нормально прям выглядит, мне нравится. А вот здесь он блестит, вот тут, ну, вот здесь, эта дырка. Здесь гель все еще. А может какой-нибудь гель я тебе использовать, который такой блестящий? Да, я могу не то, что блестящий, я могу использовать очень легкий гель. А, ну вот он будет так чуть-чуть его попробовать, да. Это прям это красиво, безумно, но я вообще на себя не похожа. Я не так пойдет, мне не скажет, что это. Это ты имеешь в виду из-за брови не так или еще что-то? Да не, вообще я по жизни-то не крашусь, а тут я поняла, что я накрашена. Вот тебе ярко такой макияж? Мне, да. Сделать менее ярко? И вот тут, смотри, я вот с этой стороны не очень вижу. А вот здесь, мне кажется, прямо она сильно темная. Ты мне скажи, потому что я же это не профессионал. Ну, и может вообще выйти на балкон, посмотреть. Да нет, они на самом деле, да, просто лампа в одну кучу светит. А у тебя немножечко разные. Вот тот макияж, то, что ты мне прислала, он ярче. Да. Ярче, чем ты сейчас. Так, во-первых, там ресницы в два раза более темные. Да. Они по длине приблизительно такие же, но они у тебя есть что-то хорошее, я тебе покажу. Что-то. Она будет поярче. Да, да, да. У Кати вообще, в принципе, она брюнетка, и глаза у нее карие. Да, и у нее цвет кожи другой. Поэтому у нее смотрится, ну, там даже не только цвет кожи, а именно то, что цвет глаз и цвет волос влияет. Целоваться, понимаешь, как бы вся проблема в том, что помады-то не стойкие. Поэтому целоваться по-любому немножко проблематично. Все стойкие помады, они сушат. Преимущественно, во-первых, ну, сушат, понятно, они матовые. Ага. Ну да. Прям вот совсем матовые, глупые. Я просто знаю своих друзей, они сейчас задолбают этим своим криком горько. Ну вот тут, как бы, тогда сначала фото. Ну да. Потом целоваться. Ну да, это же будет за столом, за остальные фотки. Говорим, ну, да. Стол не снимаем, на самом деле. Снимаем ЗАГС. Номер дома. Очень не хочется, что она с фотками как не делает. Жилой ходит. Это да, это, конечно, интересно. Я не знаю, какая такая краша. Почти что нюд. Ну, блин, если сравнивать с какими-то там, да, коммерческими съемками, да, нет, так вообще безумно кажется. Ну, понятное дело. Кстати, очень часто бывает, девчонки, когда вот убирают фото, потом вживую,
вживую смотрится немного иначе. Ну да. Поэтому помимо фото, вот в идеале, конечно, да, вот сказать, что там в жизни я фактически не крашусь, и для меня тушь — это уже ого-го. Да. И поэтому уже тогда, ну, больше немножко соотносишь яркость макияжа, чтобы вот... Просто вот тот макияж, как у тебя сейчас, это прям, ну, вот легкий-легкий макияж невесты, так скажем, вот совсем легкий. А для меня это вот, уже... Видишь, ого, какая она крашеная, да. Вау! Поэтому в этом-то вся и... Даже если, ну, фото я тебе сделаю, тебе к вечеру пришлю, даже вот, ну, я могу тебе снять видео, даже на видео ты уже увидишь, что это уже не так, как вот, это будет так, как я тебя вот сейчас вижу, и вот у тебя прям, знаешь, вот, ну, почти, почти не накрашено. Да, фактически не накрашено. Как это, нюд, который не видно. Да, и фактически вот на фото у тебя будет, вот на данный момент, у тебя будет виден просто более четкий контур ресниц, и легкая-легкая тень вот здесь, совсем легкая, почти ее видно не будет. Окей. Даже ресниц на данном этапе на фото будет почти не видно. Да? Ну ладно, я тебя вижу, у тебя красивые девочки все. И потом всем девочкам, ну, 98% я делаю двадцатки, 20D, а тебе сделаю десятки. 20D это смысл? Да-да-да? Да, то, что я тебе показала, более такие вот плотные, вот всем почти я делаю тот. И плюс еще иногда чуть-чуть туши, но не всегда. А тебе десятку. То есть вот, опять-таки, ты же видела все на фото, все ресницы. Вот считай, они в два раза более яркие, чем у тебя сейчас. Я, возможно, тебе, Павел, сейчас я тебе сделаю эту помаду, я, возможно... Тебе бы сделала вообще просто блеск, легкий розовый. Сейчас посмотришь помаду, а потом я тебе сделаю просто блеск без помады. И посмотришь. Мне что-то не очень нравится цвет помады. Темно. Просто если тебе та была темная, то это тебе будет точно темно. Она красивая, но... А теперь ура, переходим к прическе. Делаем что-то с моей гривой, точнее пучок. И это нужно какую-то немецкую фройлену, национальный костюмчик и супер. Thank you.
Это хорошо. Хорошая точка. Что это такое? Ну, как бы тебе сказать, термозащита, стайлинг, объем дает, стойкость увеличивает. И от плоти тоже защищает все вместе. Недавно на твои волосы не думаешь, сказал, что они прям прямые. Я даже думала, что они вот такие. Волнистые. Я еще, знаешь, сейчас как их мою, этот курли метод. А, да? Да. Они не закудраиваются, как вот там в промо-роликах, но они такие вот, я поняла, что с этим методом они меньше пачкаются. И как ты объем? Очень интересно. А, сначала просто шампунем, потом... бальзам с кучей воды, его так нужно расчесывать. И сушить нужно, ну, как бы не выкручивая их, а полотенцем, вот, типа, у меня из микрофибра, вот просто куль вот так вот заматываешь, они там как-то лежат, и потом просто натуральной сушкой без фена. И не расчесываешь? И не расчесывать их потом, да. Вот, и у них прям объем и сильно дольше держится, потому что при обычной мойке у меня получается, что объем сделаешь, через 2 часа он закончился, и такие сосульки висят. Пока мне это не очень устраивает. Хорошо, мне понравилось. Вот я вчера 10 помыл их, наверное. А ты с мокрыми волосами же не ложишься спать? Я ложусь, а что? Опа, они, кажется, от этого. Да. Очень. Они от этого ломаются и вообще им хреново. Да. И корни очень этого не любят. Они, ну, там все забивается. Не, так не те. Да, ладно, не буду. Вот так удобно. Весь свой метод в пропасти. Там лечишь, тут калечишь, называется. И нет, с мокрыми волосами в коем случае нельзя спать ложиться. У них получается парниковый эффект на голове. Ты же на подушке лежишь. И они... Ну, не будем там в ужас опускаться, но, в общем, это очень плохо, так скажем, без подробностей. Что это вообще не надо. Так, ты пряди хочешь сколько? Блин, сколько надо? Ну, просто кто-то хочет прям чуть-чуть совсем, кто-то хочет побольше. Ну так, средний вариант. Иногда берут вот так вот пол головы, вот тут висит. Ну, я про что и говорю, то все по-разному. Так не хочу, так чуть-чуть, наверное. Ну, ориентировочно так, пока вот эта вот часть-то доставляем. Ну да, наверное. Посмотрим, если что, можем это убрать. Так, и ты хочешь прямой пробор или все-таки немножко на бок? Мне нравится, когда чуть-чуть так вот на бок. Прибой.
С прямыми очень строго. Ну так как-то, да? Ну, примерно, да. Телевизор выключился. И телевизор плойка. Что, скачок напряжения, что ли? Да нет, просто время стекает какое-то определенное, что не знаю, плойки. Я думаю, решаю, что хватит пока что. Съесть. Переживаю за твой желудок. Это для него привычно, так скажем. Так, видите, предки туда пока внимания не обращали. Я поставлю. Блин, так круто, столько объема вот здесь. Сейчас уберется. Чтобы эти куряхи расчесывать. Нет, просто чтобы не счесывать совсем, но еще так слегка расчесать, так скажу. Мы текстуру делаем более плавную, не прям четкие, прям, а да, слегка, да. Да?
хорошо елка даже в кадре смотрится. Аккуратно спойку. Да, я помню. Не поджёшься. Так, ты хочешь, чтобы у тебя сзади пучок прям пучок или какие-то прядки повыпускать? Сережки какие-то? Или нет, прям, как... чтобы он себя ровно прям заканчивался? Прям пучок-пучок. Угу. Я же пойду. Шубу буду. Будут эти прядки обратно к шубе убиваться.
Не, не, с объемом, да, но... Ну вот. Ну просто не супер. Дело в том, что, да, немножечко... Глаза. Угу. Когда объем немножечко вот этот вниз, то вот так вот. Ну, давай поднимем. Поднимаем чуть-чуть, не так сильно глаза лезть. Так оно и там будет. Я буду все время зачесывать. Ну, вот я знаю, все, я точно. Давай добавим тогда объем чуть-чуть. Просто в связи с того, что волосы длинные, как будто их по-любому стали зачесывать. Вот как вариант, я вот эту вот прядку могу, например, вот сюда вот заправить. И она вот тут вот, вот она вот, вот так вот будет вот здесь вот. Да, ну давай попробуем. То есть я буду такие прядки немножко вот по краевой вот так вот идти постепенно. Местами так скажем. Слушай, ну если они очень длинные, можно здесь бахнуть их. Ну, в принципе, ты можешь... сейчас, давай посмотрим сначала, что я немножко здесь подъема. Насколько они у тебя поднимутся. Ну, они немножко поднимаются так, и все же, ну, не совсем прям вплотную к лицу. Да. Вот. А насчет длины, ну, мы же, если что, сможем там вместе. Ну, в принципе, если как бы, решили. Можно вот, вот длину вот такую бы, вот так вот оставить бы. Видишь? Но тебе комфортнее быть. Я боюсь, что вот эту вот длину ты будешь постоянно дергать. Вот такая длина, она уже тебе... Волосы становятся легче, они немножечко опять дальше. Да, идут. Еще будет положено. Да. Слушай, а я вот думаю, мне у парикмахера поспросили, мы с тобой ножницы у меня есть.
Ну, можно, в принципе, на месте отрезать. В общем, да, да, просто можно завить уже и, ну, отрезать посмотреть, да, чтобы... Да. Давай, да. Ну, вроде прямые волосы, как у меня. Бах, ну, она кудрявая афро практически. Но объем это уже большой успех. Ну, это да. Довольно. Объем это очень хорошо. С сосульками. О, они на этот бок. Угу. Сейчас их тут вот столько. Угу. Можем в следующий раз так и оставить. Смотрится красиво. Мне нравится. И вот эти вот штучки, вот, ну вот этот, видишь, он тоже... Это такой, за что, да, говорила висюльки. И вот, в принципе, сзади вот можно сделать такие же. Тоже будет смотреться очень классно. Да. Будет, знаешь, такой вот романтичный пучок и немножечко некоторые пузелечки вот местами, когда вот вылезают, угу, они сочетаются вот с этим вот совсем. Ага. И смотрится очень классно на самом деле. Ну, поэтому, да. Можно так сделать, да. И как раз эти сережки будут. Да, но сережки по-любому будут. Девочки будут хорошо с ними смотреться. И в принципе, либо как вариант, вот эти вот, если оставлять длину, можно вот так вот завить, то же самое, как я сейчас делаю. И вот эти вот длинные вот эти вот завивашки бросить вот сюда вот поверх пучка. Это тоже смотрится красиво, да. Ну вот сейчас как бы я, конечно, могу тебе и бросить сразу, чтобы ты посмотрела, либо оставить как есть. Ну просто как бы так и так параллели. Ну вот, конечно, попробовать. Ну да, они, конечно, смотрятся тоже очень красиво. Я тебе могу сейчас так сделать. Угу. Ты посмотришь, а в следующий раз я могу так не делать. Хорошо, давай. Давай. Просто единственное, что тебе сейчас представить, ну, как бы без них, так скажем. Угу. Это как вариант, это не обязательно, но такой тоже можно сделать.
Они еще немножко короткие. Ну, смотря для чего. Ну, да. Хорошего. Да не обращай внимания, сейчас я потом все это соберу. Благо, их там немного было. А вторая коробка развалилась. Что ж такое-то? Ой, так, ну-ка. Ну, только не получится. Угу. Вот на почке сзади сейчас есть две такие прядочки тоненькие, но их может в следующий раз и не быть. Да. Сейчас, погоди. Я могу, в принципе, даже сейчас снять, потом. А сейчас, погоди, это делаю сейчас. Сейчас я тебе зеркало дам, развернусь, посмотрю.
чуть-чуть его, конечно. Ну, вот смотри, вот эти вот прядки, вот они, да. Их можно вообще убрать. Вот это, либо накидать отсюда, вот сюда вот они будут идти, еще больше вот таких тоненьких. Не, больше не надо. Мне вот так нравится, сколько там, две получилось. Ну, тут образно, господи, одна, две, три. Ну, да. Не, вот так хорошо прям. Вот, аккуратненько. Ну, я бы не сказала, что это аккуратненький пучок. Он как раз такой вот немножечко, вот он такой, ну, да, 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 в свободном полете. То есть он не вырезанный какой-то. Типа сама только что покрутила. Да, как будто ты сама все это покрутила совершенно. Полтора часа. Да, то есть он вот такой вот легенький. Вот. А по поводу вот этих прядок, соответственно, ну, надо смотреть. Потому что... Ну, подрежем, да, вообще не правда. Вот эти вот все, по идее, их можно вообще, ну, чтобы здесь не было. Ага. То есть, если их немножко вот здесь вот подрезать, то я вот это просто все внутрь этого в пучок убираю. Угу. И вот этих вот прядок, у тебя их вообще здесь может не быть. А я тебе говорила, вот еще вот я их убрала сейчас, можно прядки вот отсюда вот выпустить немножечко. И будет тоже смотреться красиво, но можно не выпускать. Не знаю пока. Вроде хочется. Да, давай, прядочки. У тебя зеркало есть дома? Да, конечно. Какой-нибудь такой переносной. Да. Я к тому, что можно потом в процессе, когда я буду дойдет дело до этих мелких пучочков, ой, господи, прядочек. Угу. Я потом. Че? Я сейчас сниму. А тебе. Я потом могу тебе просто в процессе показать эти прядки. Угу. Ты скажешь, оставлять или нет? Хорошо. Так, сейчас я тебе все сниму. Такая, я под елочкой сижу просто. Крисмас фото. Просто звезда Голливуда, я считаю. Дневной макияж звезды Голливуда. Ну вот поэтому я говорю, что лучше, конечно, репетиции, потому что во время, вот уже начинается во время сборов, а давайте вот тут изменим, а давайте вот тут изменим, а мне через 5 минут выходить. В 10 вот, утра, то да, это вообще. Я говорю, ну, когда оказывается, что уже выходить, а мы еще хотим что-то поменять, вот это, конечно, самое интересное. Ну, типа того. Так, вставай. Так, получится так. А что, ты меня на фоне будешь? Ну, конечно. Так, видео тебе снять? Давай, конечно. Совсем ярко, так что немножко потерпеть. Хорошо. Сейчас пока не снимаю, погоди. Я сейчас смотрю, какое количество правил по большому счету осталось. Какое убрать. Немножко поплачу, будет постараться. Ага, в другую сторону. Ага, и может повернулся после того, как появился. Не сильно быстро. Ага, поворачивайся. Ну тут-то высоковато, я до тебя еще допрыгнула с пучком. Сейчас тебе вот, может, тоже для отдельных пучок сними. Вот так вот видишь, ну вот разве яркий макияж? Это у меня скулы. То есть, ну, видишь, видны только глобальные межреснички у тебя. Да.
красиво получилось. Угу. Вот насчет прядок сможешь думать. Ага. Слушай, скулы прям такие получились. Или у меня сами такие скулы? Ну, у тебя свои скулы, сегодня всегда были. Просто они так подчеркнуты. Отощала. Немножко в сторону как-нибудь, не обязательно там у меня какой-нибудь такой. Да, смотрите на меня, да. Угу. Да, то есть дальше немножко, чтобы пальчик. Вот, да. Желательно двумя пальчиками. Да, как-нибудь так вот. Ага, губки осталось. Вот. Ага. Чуть-чуть уголку видно. Немножко еще туда. Ага. Нельзя смотреть в глаза. Глаза да, 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 да. Другой ручкой может быть получишь. Да, 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 так хорошо. Ну. Так не хватит, что у меня фото. Немножечко забыл. Да. Угу. Правильно. Угу. Губки росли. Угу. Можешь пальчиком вот этим руки немножко дотронуться до виска. Нет, ладошками, прям пальчиками всеми. Ага. Чуть повыше пальчики. Вот прям дотрагивайтесь. И немножечко вверх, как будто так вот немножечко. Да, 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 да. Прям, вот прям можно дотронуться, вот немножечко вот так вот, да. Чуть-чуть подтянуть. Чуть-чуть кожу так немножечко вверх, да, сделать. Ага. Ну что, я принцесса, красивая, накрашенная с прической, но, конечно же, идет снег, и я иду в капюшоне. Вам не нравится, как я выгляжу? Так что будет, надеюсь, что прям так же в день свадьбы. В общем, пришло время смывать все, что у меня на лице. Сейчас я покажу, что получилось после того, как я распустила свой пучок. Получилось вот так. Кудряшки. И я подумала, знаете о чем? Что, пожалуй, я не буду продавать плойку. А все-таки заморочусь и научусь ею пользоваться. Кстати, вот сколько всего тут оказалось после расчехления. Одна невидимка, одна шпилька, целая куча невидимок и одна резиночка. А нет, вот две шпильки. Даже две шпильки. Куча невидимок. Причем они разного размера, побольше, поменьше. В общем, я сейчас... Блин, так жалко терять вот эти волосы. Может, оставить? Блин. Нет, пожалуй, смою. Потому что нормально смыть макияж, не замочив волосы, будет не очень. И они тут из-за средств будут грязные завтра, и будет не очень эффект. Поэтому красоту смываю, но надеюсь, у меня получится повторить нечто подобное своими руками. Смотрите, как волосы закурчавились и стали, мне кажется, сантиметров на 10-15 короче, чем мои натуральные. Волна. Я просто тащусь, прям не могу, мне так нравится. В общем, буду учиться пользоваться. Как зрелище не для слабонервных, это снятые реснички. Я так подозреваю, что что-то еще просто смылось, но
Вот то, что удалось мне собрать. Все, я помылась, все смыла, намазалась уже даже кремушком, даже смыла реснички. Единственное, что не до конца у меня удалось смыть глаза, я, наверное, штук 10 ваток использовала на то, чтобы смыть глаза. Не знаю, почти полбанки как-то мицеллярной воды, плюс еще в душе молочком, ой, не молочком, это пенкой мылась, но вообще не помогает. Вот, так что немножко у меня еще с подводочкой этим нижнее веко, но смою завтра, потому что сил уже отмывать, тереть глаза нет. В общем, закончила я на сегодня все свои планы, умудрилась и сделать репетицию макияжа, и одновременно еще и поработать, там, собрать, созвониться со встречей с своими коллегами, решить там вопросы по маркетингу. Так что счастливая, довольная, с отмытым лицом и головой я ложусь спать. Ложусь спать с мокрой головой, потому что при другом варианте она сушится полдня, на это нет времени, а феном пользоваться я не хочу, потому что я сейчас использую керли метод. Волосы у меня не кудрявятся, но большой плюс, что у меня офигенный объем на волосах. Они не так сильно пушатся и медленнее пачкаются, чем если бы я мыла вот своим привычным способом. Поэтому меня пока все устраивает, поэтому я ложусь спать с мокрой головой. Ну, это меньше из того, что я могу сделать, чтобы не пользоваться феном.